американская программа. Шестые места. Илья Иванов, Аксинья Тарасевич, город Минск. Максимир Ева Бранштейн, город Гродно. Четвертый финалист Михаил Жудноев, Диана Кам, город Минск. Почетно третье место, бронза. Максим Киреев, Дарья Самосек, город Заславль, занимает третье место в открытом финале возрастной категории юниор 1. Второе место. Серебряные награды Кубка Триады завоевали Артем Шкирёна, Вероника Кругляк, город Минск. Победители, обладатели золотых наград. Первое место. Иван Корольков, Василина Полюшец, город Минск. Победители латинского финала, победители программы «Стандарт» и участники командного турнира в составе победившей команды. Эта пара, пожалуй, собрала наибольшую коллекцию трофеев Кубка Триады 2024 года. И еще один кубок, огненный кубок победителей. И фото на памятник.